Удвоя больш прыцягнутых да адміністрацыйнай адказнасці за вырошчванне наркаўтрымліваючых раслін у параўнанні з леташнім. Такія папярэднія вынікі спецыяльнай праграмы МАК, якая праводзіцца на тэрыторыі вобласці з 1 чэрвеня. Спецпраграма працягнецца да восені. Мероприемство проводится у период поспевания наркоутремливающих культур. Нагадаем, вырошивать мак, конопли на территории Беларуси заборонено. Что дня сотрудники милиции изнищают незаконный урожай. Так, дикорастущая конопля, Костюковический район, зона ТРЗ. Вот молодые побеги. Около гектара всего везде конопля. С початку проведения спецпрограммы наркоконтролеры выявили 800 фактов незаконных посевов наркоутрымливающих раслин на площади больше за 6 гектаров, знищено больше за 8 тонн наркосыровины. И это еще не все. Следует отметить, что возбуждено порядка 45 уголовных дел за преступления, связанные именно с незаконным хранением и сбытом наркосодержащих растений, таких как маковая солома и марихуана. К административной ответственности по статье 16.1 привлечено почти 300 лиц. Следует отметить, что данный показатель почти вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Программа МАК протягнется до осени. Правоохранники нагадывают, дикорослые конопли – это одно. Авось коли яны, ти мак растут на присядибном участке, ти огороди – это уже административная и навод криминальная отказность. Изусим неважно, организована плантация человеком, ти мак конопли сами выросли на вашем участку. Павел Савицкий, Сергей Карпяков, Александр Тарасов. Новини регион.